Всем привет, друзьяшки! Продолжаем с этого же места. Теперь мы выйдем. Я надеюсь, там будет свет, там будет день, и мы пойдем копать. Копатель онлайн. Будем искать дальше. Первую ключ-карту мы нашли. Робот-пылесос, здравствуйте. Занимайтесь своими обязанностями. Пылесосьте подземный бункер с мертвыми хозяевами. А я пойду. Что это такое было? Что? Зима наступила. Я лишь поспал. Не знаю. Тактическая куртка, смокинг. Надеваем куртку, конечно. Она надета, надеюсь? Блин, я в шоке. А чё зима? Ну, ладно, зима так зима. Келвин, брат, шо ты? А что ты делаешь? Братишка, шо ты? Приветствую. Погнали? Там еще вон что-то зеленое есть. И еще фиолетовое. Вот. Пойдем. Вы прикидываете, всего 10 дней прошло, наступила зима. Все как в жизни. Или ты точнее уснул летом, проснулся зимой. Так, сейчас посмотрим, что там. Опа. Здравствуйте. Можно я посмотрю, что тут у вас? Только без агрессии, пожалуйста. Пожалуйста. Я хочу еще вон то открыть. Дай я открою. Ты, блин, Наруто. О, батарейки, это мне надо. Все, пока, ребят. Я больше ничего ни на что не претендую. До свидания, черт. Тихо. Только не беги за мной, чертильник. Ладно. А ты бежишь. Ай, невменяемый. Ай, дурко, дурко, дурко. Смотрите. Мари, мари. Ой, та ты шо. Боюсь, боюсь. Страшно, вырубай. Пока. Ну, ну, побежал, побежал, мари. Что за звуки? Стоит, смотрит на меня. Ладно, пойду в другую сторону. Обойду молодого человека, который не хочет общаться. Это кто там? Джим Керри? Ты... Где ты? Я тебя не вижу. Привет. Что ты тут? Отдыхаешь? Да гуляй, гуляй по лесу. Я ж вообще тебя не трогаю, друг. Я просто гуляю. Иду себе, да и все. Вы мне не интересны. Пам-парам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Интересно, какой тут босс будет? Как Меган с первой части. Просто в первой части была доченька. В первой части, короче, был профессор. Тут, по-моему, на острове главный. Ну, не на этом острове, а на том, что был. И он поставил эксперимент над своей доченькой. И она была таким жестким боссом в самом конце. У нее изо рта там вылезла куча щупалец. Это в итоге ноги, руки ее были, короче, вот. И он хотел, он сбил, короче, сбивали все пролетающие самолеты. Ух ты, блин. Мари, 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 клоун. Сбивали в прошлой части все пролетающие самолеты и искали детей, чтобы там Меган свою оживить. Я сохранюсь на всякий, ладно. А что пшикает? А, это трекер начинает работать мой. Да не махай, я тебя не трогаю. Иди отсюда. И они тут реально какие-то злые немножечко. Чуть их кустов куча. А с какой стороны копать? С этой или с этой? Лё, 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 лё.
что с этими клоунами? Ля-ля-ля, разборки на кладбище. Так. Ой-ой-ой, файтинг. Слышь, обезьяна, иди братве помогай. А как копать? Объясните мне, зимой. Зима наступила, и что я могу выкопать? Я ж даже не вижу, что я рою. Так, я ставлю на мужика с кожаным лицом. Так. А, то есть теперь они объединились, чтобы меня кабанить? Ребят, вы серьезно? Ну... Сейчас будем усмирять быдло. Я тебя сейчас усмирю, мужик. Усмирил? Усмирил, я спрашиваю, ты. А теперь я тебя сейчас усмирю реально. Усмирил? Вопросы есть? Вопросы. Иди сюда, буду усмирять тоже. Сюда подошел. Шакал вонючий. Иди сюда. Видишь, что с твоими братьями случилось? Ля, ты смотри. Ля, шакалы что творят? Что такое? Вопросы еще ко мне какие-то есть? Я спрашиваю вас. Ну? Ну? Подходите. Тут и смотри, блин. Видимо, есть вопросы у этого молодого человека. А теперь моя очередь. Еще есть ко мне вопросы? Надеюсь, будет снег таять или нет? Голову. Совсем уже, блин, обалдели, реально. Ну прям аж кумарят, блин, реально. Все это шакалье мы палим. Ну ты посмотри, блин, твари. Физика вышла из чата. Они горят, а снег идет. Ну, в плане того, что снег не тает. Смогу ли я костер сейчас найти? Красиво. Я, кстати... Попрошу заметить, очень гуманно играл. Очень. Я их не трогал. Их не... Ой-ой-ой, это кто? А, это мой брат. Брат, шо ты? 100 лет тебя не видел уже. Я очень гуманно играл. 4 костяных... Это что у нас? Костяная броня. Скидываем, короче, все, что можно.
Заделаемся бронированными типами. Кости пособираем еще. И еще сделаем все броньки костяной. Так, еще одну позицию костяной брони можно сделать. 4. Так и так. Все, надели. Думаю, хватит, да? Иди сюда. Да. Голову больше нельзя брать. Руку где? Где рука делась? Блин, за снега прям вообще ничего не видно. Ладно, поем еще. Ой-ой-ой! Вот это ты зря! Ты шо, ублюдок? Ой-ой-ой! Не-не, это вы зря, ребятки. Где мой брат? Ого! Вот это ты, конечно, ну. Я в шоке, реально. Я не понимаю, что тут зимой нечего делать, я копать не могу зимой, и чем мне заниматься теперь? Ну, я прям серьезно. Кстати, мне броню разбили. Что? Какого черта? Раз, два, три, четыре. Раз, два. Раз, два. Все, мне не холодно и мокро. Это, походу, невозможно копать зимой. Ну, давайте попробуем. Ага, тут вот что-то есть. Что-то виднеется уже. Гроб, что ли? И что за... Дробовик! Ты что, они Кевина ударили? Это прям, ну... Это было ужасно, если честно. Кевина было бить, это очень ужасно. А где мой братка вообще? Можно поговорить секундочку? Ты их привел сюда, шакал? Можно я с тобой побеседую? Ты с меня снял костяную броню? Снял. Что мы с тобой? Подходите. Бля, ща пойдем по делам. Да ты смотри, а! Ты смотри, а! Ты, сука, смотри на него! Кусок дерьмины. Брат, надо отсюда уходить, они какие-то конченые тут все. Реально. Был чувак, развалился на кости. А, не-не-не-не-не, не так. Блин, пить хочу, кстати, еще.
как-то решила скелетиха со скелетом завести ребеночка. У них родился ребеночек, назвали Костян. Ха! Так, надеть. Пить хочу. А тут пусто, да? Ну, выпьем энергетика. Бульк. На вкусных. Все, пойдем. Блин, теперь идти далековато. Ну, пошли теперь в эту часть города. Ой, города, острова. Что поделать? Эй, пошли в очко. Я уже не хочу. Я вас всех поубиваю. А-а-а, я убил, и они ганхотряд на меня послали. Вообще-то это ваши первые начали. Если что, я тебя держу в курсе. Придурок. Какой-то реально дурачок. Кстати, помните, я хотел в прошлой части распечатать сани. Думал, да блин, может они мне надо, а может и не надо. А зачем они мне? И тут пошел снег внезапно. Моя интуиция опять подсказывала, что надо делать. Размеры карты как в реальности. Смотрите, вон гора, да? И вон туда мне надо, типа, еще одно кладбище. Неожиданно. Давай. Это неожиданно, действительно. Так, телефончик убираем. Господи, ты надоел замерзать. Какой-то мерзляк. Тепло и сухо теперь, да? Все. Ну. Да ты смотри, ну вот что это такое? Вот я его трогал. Я тебя трогал вообще, ты. Мерзость. Ну иди оно. Убежала. Ой, какая она настырная, мерзкая. С этой стороны, значит, покопаем. Ну вот как? Вот как тут можно оставаться лояльным к этому скотине, к этой? Фаталити! Это что? Сумка из шкуры. Финишем! Все, надеюсь, ты своих пекинесов не приведешь сюда, братву свою. Ну такое. Ничего интересного, если честно. Блин, и сколько тут зима длится? Долго, блин. Такое. Там я уже вон монетки вижу. Ткань, монетки, такое. Вам холодно и мокро. Да ты шо? Так, три могилки вскрыли. Скрываем еще. Куда ты бьешь? Копай.
Надо осматриваться на 360. Ну, пробивай. Здравствуй, брат, что ты? Меня тоже эти шакалы, блин, надоели. Это ж, наверное, он не будет спать теперь в хате из брезентов, да? Зимой, наверное, нельзя ж так. Веревка, консервы в гробу лежали, прикиньте. Что ты чилишь, брат? Холод на улице. Он сел, блин. Что, ну нам надо идти... Куда нам надо идти? Я солнца не вижу. Нам надо бежать вон до того дома сохраняться. И опять через ту пещеру. Патроны спамятся. Точнее, спавнятся. А-а-а! Вам холодно и мокро? Отлично. Так а что, нельзя типа одеться нормально? А, тут деревня это. Что, словили вас? Ребят, я вам слепого выпустил. Что делать будете? И кто кого? Ну, конечно, они втроем слепого. Лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё. Иди отсюда. Чмо, блин. И пойти вон на ту зеленую точку и там выкопать. Господи, тварь вонючая, закрой свой рот. А где он? Ну, одну собаку вижу. А вон вторая бегает. Тебе повезло, друг. Чтоб ему теплее стало. Ну, подпали ее. Да, так мне будет теплее, прикиньте, кринж. Бежим по речке. Она уже замерзла. Попрошу заметить. А то что там, красивый камень? Вот это что? Опа. Это вертолет. Что это такое? Крепление для пистолета. Глушитель. Вау. Да, вообще сейчас заживем. Глушитель, прикиньте, вообще кайф. Что из пистолета такое, блин, сделаем? Глушитель. И что еще там есть? Лазерный прицел. А что еще есть? Все? Лучше не надо. Я вооружен, чел. Я тупо жесткий. Не советую. Потому что я хочу затестить, и сейчас на тебе это буду тестить, мужик. Короче, если собака на меня нападет, то я его застрелю.
Водопад не замерз. Так, две палатки тут. Интересно. Пойду посмотрю. Сейчас будет вам холодно и мокро. А. Блин, тут флекс-хата. Таблетки, смотрите, вообще класс. Пожалуйста, хардбас. Хардбас, пожалуйста. О, зимняя куртка. Отлично! Вот. Не-не, зимняя куртка обязательно. Обязательно. Часики. Батончик. Это шо? А, уже есть копье тут. Капец. Блин, классное место тут. О, для взрывчатки. Тут нравится прям. Можно ли переключать? И хардбас. О, гробы. Блин, там еще вон что-то. Гроб какой-то. Блин, тут очень красиво. Вообще нравится это место. Вот это конкретно место. Оно вот на этом озере, да? Классное. Я правда не понимаю. Хардбас. Ну, я отхожу, отхожу. Я не понимаю, хардбас будет? Сидит, сидит, Мэри, Мэри, клоун. Прыгает. Хардбас? Ладно, пойду я. А, стоп, я же хотел тут сохранить. Опа! Только хотел уходить. Ну шо, давайте. Ну! Что такое? Шо? О, давайте затестим, кстати, маску. Они будут ли бояться меня? Ого. Вопрос. Что такое? Вопросы. Меня окружают? Кто-то бегает. Давай, давай. Алкоголь тупо. Патрончик в голову и все. Мари, мари, мари. Мари под хардбас флексит. Мари, мари, мари. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Иди сюда. Я хочу их тупо застрелить, как тварей. А, у меня уже есть такое, я уже нашел.
Ладно, не хочу патроны тратить так глупо. Я хочу тебя. Так, сколько у меня костей? 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2. Она мне нормально так надамажила, блин. Сейвимся еще разок. Все, идем по делам дальше. Вы, блин, надоели, зачастили, реально. Сколько можно? Я уже почти дошел, но они ж мне вообще не дадут покоя. Я нашел зимнюю куртку. Это вообще супер важно. То есть мне вообще теперь насрать на эту погоду. Я могу бегать и кайфовать. Да, елочка. Насколько я помню, вот тут, там лагерь. Вот как тут копать? Это, конечно, создатели, разрабы нормально так подосрали. Я хочу тебя. Тун-т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 ун. Не, хардбасик, что они форест добавили, это прям душа радуется. За хардбасик лайк. И так любишь эту игру, а тут они еще хардбасик добавляют. Как можно не влюбиться в эту игру? Ну как? Ну как? Ну посмотрите. Просто, ну прелесть же. Хочешь, строй дом. Хочешь, типа, бегай. Хочешь, исследуй пещеры. Кайф. Абсолютное удовольствие. Я хочу тебя. Что такое? Ёб твою мать. Кто? Шакалы. А вот это интересно сейчас будет. Мне придется их положить всю деревню, чтобы просто спуститься туда, в канализацию. Да, получается? Вот бежит же кто-то, я ж слышу шаги. Еще этот снегопад усиленный. Так, ну вот смотрите, мне надо копать вот здесь. Вот здесь, да, мне надо копать. Как я это должен сделать? Я знаю как. Давай. Будем общаться. Общаться будем? Ого, это главарь, да? Давай я покажу тебе свое уважение к тебе. Ты меня уважаешь? Видим. Это было зря. Ты сделал свой выбор. Вопросы. Вот это лучше меня не злите. Ну, это вас ждет, ребята. Меня лучше не злить. Я не шучу. Надо копать и оглядываться. Ох ты ж тварь, ну все, я очень злой на тебя. Теперь у тебя не выйдет убежать. Все. Твари, да доведут же меня, ну. Давай, буду усмирять, иди сюда. Желающие есть на усмирение? Ты кто?
Блин, ну это жалко, конечно. Ну, я защищался. Бог мне судья. Я лишь защищался, женщина, не плачь. Твой муж сам на меня прыгнул. Ну то убегай плакать. Лучшее ваше решение, убежать и плакать. Да, ну, жалко, конечно, ее, но... Это же не я начал, правильно? Блин, оно снегом заметается. Да хватит ныть. Быстрее раскапывай. Бля, она с ума сошла. Она только шуныла, а теперь танцует. Что с головой у нее? Вы видите этот цирк? Давайте ее усмирим. Женщина! А она реально конченая? Она просто, наверное, я убил ее мужика, и она сошла с ума. Не, ну ее жалко, конечно. Я был готов в этот раз, тварь. Пожелания есть? Ну, они вынуждают. Не понял. Фаталити. Ну, что я могу сказать? Руки, ноги я бы забрал от тебя, дружище. Я твоего мужа тоже. Никто не бежит, не хочет проблем там. Мне нужна нога твоего мужа. Все, больше не нужно. Что за звук? Сейчас еще... Ого, здорово, брат, что ты? Гуляешь, да? Да, я тоже. Пришлось порубать всю деревню на мясо. Ну, не понимают. Кельвин, они не понимают, что я могу сделать. Только усмирить быдло. Ладно, полезли. Посмотрим, что там. Ага, би. Быстрее. Блин, я не хочу, чтобы Кельвин умирал. Быстрее! Отлично. Так, тут же еще могут быть монстры, правильно? Робот-пылесос, что такое? А вот монстры? Монстры уже, конечно, пострашнее. Ты, у вас тут что, крыша потекла? Не, я чувствую, фонарь надо. А, это две одинаковые... Короче, они сделали два симметричных бункера, да? Но один прям затопленный. Ну, генераторы до сих пор работают. Блин, там сверху бегают. Я боюсь за Кельвина. Надеюсь, он убежит. Ну, тогда съедим. Блин, прям за Кельвина реально страшно. Глушитель еще. Спать можно? Да, можно, прикиньте.
Можно тут будет сохраниться. А прикол хотите? А ключ карты-то нет? А что у тебя за ловой? Угу. Мы нашли только одну ключ-карту. Интересно. Так, кто-то тут костями подпитался немножечко. Вот так вот, да? Тысяча. Ну что, берем сани. Да, печатаем санки, а что нам делать? Блин, там сверху туловище какое-то бегает. Я боюсь за Келвина. А посмотреть я не могу этого. Плюс там женщина плакала. Блин, может, я невнимательный. Ключ-карта здесь. Ну, я прям стараюсь все увидеть. Батарейки садятся. Ладно, не будем тратить заряд. Что, забираем санки? Спасибо большое, что смотрели этот ролик. Продолжим. Пойдем в какой-то из бункеров следующий. Я думал, здесь будет вторая карта, но я так понял, теперь надо угадать, в какой из бункеров надо попасть. Мы тут взяли лук. Лук какой-то крутой. Теперь надо нам угадать, в какой из бункеров надо попасть. И я так понял, когда мы пройдем один бункер, там будет в конце карта, ну я так думаю, или где-то там будет находиться карта, которая открывает второй бункер. Вот так мне кажется. Вот, поэтому подписывайтесь на меня, ставьте лайк этому видео, скидывайте всем знакомым, пишите комментарии, всех обнял. До следующих частей, пока. Давай поиграем мы с тобой.